Within husband and wives, it's such a close bond that you can tell when the other one is upset. It's just such a close bond. If you can't, then you've got a problem. Right? It is such a close bond that you can tell somebody's upset just like that. Привет всем. Погода испортилась, голос присел, но все-таки хочу высказаться по одному актуальному вопросу. Искал тут материалы для одного каста и уже второй раз наткнулся на одну и ту же лекцию одного муфтия. Что интересно, лекция читается на английском языке в городе Лондоне в 2013 году. Лекция читается группе отцов, что уже, в общем, почти немыслимо для России. Муфти собирает мужчин отдельно, чтобы рассказать им какие-то важные вещи про устройство семейной жизни там, и внутрисемейных связей с отсылками как к житейской мудрости, так и к Корану. Муфти много интересного говорит в этой лекции, и вообще рекомендую всем послушать, я в конце вставлю ссылку на нее. И между прочим, рекомендую посмотреть и другие лекции этого же муфти, их можно найти по имени в Ютубе. Но в данной конкретной лекции центральным элементом является рассуждение, на каком месте у супругов должны стоять их супруги. И муфти не только прямым текстом объясняет, что у супруга на первом месте может стоять только супруг, он еще и объясняет это. То есть приводит ряд объяснений с отсылками к Корану, в том числе на арабском языке, о котором нам ничего не понятно, но это и не важно. Он объясняет сам механизм, как это устроено. But the love, understanding, affection, it's not to say you don't love your children, you're gonna have to love your children, that's just natural. But the investment should be more made with spouses, because if that's the factor of the household. They are the main pegs of the house, of the family. If they are healthy, if that relationship is happy and healthy, then it will flow to the children. И если подумать, вообще-то мысль довольно-таки самоочевидная. Если мы говорим о настоящей семье, а не о чем-то другом. Семья, основанная на традиционном фундаменте. Довольно-таки самоочевидно, что никакого другого устройства быть в принципе не может. Никто не может стоять выше приоритетом у супруга, кроме супруга. И, например, можно было бы подумать про мусульман, что они скажут, что вот у жены на первом месте должен стоять муж, но у мужа не обязательно должна стоять на первом месте жена. Вот так мы думаем про мусульман в быту. Тем не менее, муфтий много раз повторяет, что не только у жены муж на первом месте, выше детей, это главный вопрос, который он разбирает, но и у мужа супруга должна стоять выше всех остальных, то есть выше детей в том числе. Это настолько базовая вещь, что даже непонятно, а как может быть иначе? Эта структура просто автоматически вытекает из самой идеи брака и семьи в ее изначальном смысле. Тем не менее, эта простая мысль вызывает огромные споры и противоречия при любом обсуждении публичном. На самом деле, по христианской идее, по православной идее в частности, структура семьи устроена ровно таким же образом. И наши священники просто не очень любят про это говорить вслух, именно потому что существенная часть прихожан – это женщины, по причинам, которые лучше тут не рассматривать. Как бы церковь, она во многом, к сожалению, ориентирована на женщин, она как бы повернута к женщинам. Всякие неудобные женщинам идеи и посылы, их как бы не то чтобы держат в тайне, но их как бы и вслух особо не произносят, стараются не произносить. Потому что когда их произносят, у женщин это вызывает совершенно бурную реакцию. Даром, что они считают себя там христианами, даром, что они считают себя православными, даром, что они считают себя хорошими женами-матерями, у них это просто рвет мировосприятие на части. Я для примера сошлюсь вот на один из роликов, где священник проговаривает прямым текстом этот момент, и рекомендую просто посмотреть и почитать обсуждения и комментарии под. Видно, что этот простой вопрос является совершенно краеугольным. Это водораздел двух, в общем, непримиримых мировоззрений. А можно ли сопоставить это единство с единством супружеским? Mm-hmm. Нельзя. Почему? А потому что единство мужа и жены – это акт их воли, это их намерение. Оказывается, сейчас во многих семьях и не папа, и не мама на первом месте, а оказывается, вот это чадо, удивительно это, становится на первом месте. Так вот, тем немногим, кто все-таки собирается рискнуть на ниве более-менее традиционного брака, стоит устроить серьезный разговор, обсуждение на эту тему, перед тем, как вы будете делать серьезные шаги, которые потом будет очень трудно отменить.
Этот краеугольный вопрос необходимо, во-первых, задать самому себе и ответить на него честно. Во-вторых, задать его супруге будущей. Будь то гражданской или официальной, это уже на ваш вкус. И в момент ответа на этот вопрос нужно очень внимательно читать человека, потому что, естественно, многие женщины, я думаю, не моргнув глазом, ответят вслух одно, а про себя будут думать другое. Поэтому вот этот момент нужно постараться прочитать в сердцах. Нужно применить все свои скиллы, какие есть на эту тему, с тем, чтобы попытаться увидеть, что человек на самом деле думает по этому поводу. В принципе, нет большой трагедии, если оба человека относятся друг к другу симметрично. Предположим, оба человека прямо отвечают на вопрос, что да, у меня на первом месте будут стоять дети, а все остальные люди будут после них. Если два человека прямым текстом договариваются об этом, это симметричные отношения. Единственное, что я бы не стал эти отношения называть семьей. По-хорошему, для такого рода отношений нужно ввести отдельный термин, чтобы не путать семью и вот это вот, то, что вы собираетесь организовать. Я предлагаю, например, ввести термин «демья» от слова «дети». Нечто вроде семьи, но устроено так, что дети стоят превыше всего. Это не семья, это, например, демья. Некоторые священники и психологи используют термины типа детоцентристская семья и какие-то еще, но это слишком длинно, сложно и плохо отражает суть того, что происходит. Самое главное, что такие люди образуют структуру, которая семьей не является. Я это снова повторю еще раз. Такая структура по определению не является семьей. Вы можете называть ее семьей, она от этого семьей не станет. Можно называть, например, паровоз железным конем. От этого он не станет конем, он останется паровозом, который будет уметь ездить только по рельсам. На самом деле, название детоцентристское в таком случае довольно условно, потому что если мы имеем родителя-собственника, то, по сути, в центре стоит на самом деле не ребенок, в центре стоит сам родитель. Так что правильнее такую семью было бы называть эгоцентристской. И она держится не на чистой такой любви, как мы говорим, да, а еще и на том, я тебе жизнь отдала. Я боюсь, что мне даже, вот как ни странно будет это высказать, я могу сказать, что это не любовь. Конечно. Потому что это собственничество. На этом же эффекте основаны еще два явления. Во-первых, женщины гораздо реже и гораздо тяжелее принимают детей мужа от прошлых браков. Там есть много аспектов конфликтных и касаемо распределения ресурсов, но в том числе и вопрос, какое место в приоритетах занимает ребенок по сравнению, во-первых, со своими детьми, а во-вторых, с ней самой. А во-вторых, руководствуясь стремлением остаться первой в приоритетах у мужа, жена может и часто делает так, что на словах помогая или даже требуя участия мужа в делах вокруг ребенка, на самом деле, всякими косвенными приемами она только чинит препятствия и на самом деле встает между ребенком и мужем, выполняя роль так называемого гейткипера. То есть все транзакции с ребенком должны проходить через нее, требуется ее аппрув, ее разрешение, согласование. Она выполняет как бы роль начальника по детскому вопросу, такого менеджера, а муж находится как бы на подхвате, на посылках во всем, что касается детских вопросов. Что касается психологов. Психологи не любят на эту тему вслух говорить примерно по той же причине, что и священники. Потому что стоит сказать это вслух, а иногда говорить это приходится, когда рассуждают про семейную структуру, тут же опять происходит разделение аудитории на две совершенно непримиримые точки зрения. Начинается реальный холивар, и эти люди не могут договориться. Есть такая проблема во многих семьях. Мамы ставят детей на первое место. То есть мужу нет места там. Он понимает, что он становится средством для достижения каких-то выполнения ее желаний. И все, не больше. Да-да, вы не ослышались. Я утверждаю о том, что ваш муж в иерархии ваших ценностей, в вашей жизни должен быть важнее, чем ваш ребенок. Обычно очень небольшую часть комментаторов составляют люди, которые зависают где-то посередине. То есть думают, да, что-то вы говорите правильное, надо об этом серьезно подумать, но это вызывает у меня некоторые сомнения, и мне тяжело эту мысль переварить и принять. Как правило, таких людей мало. В основном люди говорят либо «а как может быть еще?» Это небольшая часть говорит. И основная часть, в основном женщины, конечно, говорят, что «еще чего удумали, еще не хватало этих недолюдей ставить выше. Мужчины приходят и уходят, а дети остаются».
классическая тема. Между прочим, муфтий в том числе говорит про эти эффекты, когда родители, особенно женщины, проявляют собственничество по отношению к детям, в том числе взрослым детям. И, во-первых, не дают им жить спокойно и самостоятельно. Во-вторых, забирают на себя много их времени и внимания. В-третьих, влезают снаружи в семейную структуру и пытаются там что-то менять и наводить порядки свои. Можно было бы подумать, что муфтий скажет что-то другое, но он прямым текстом говорит про необходимость обороны семейного круга от внешних вторжений. Обороны, включая родителей. Когда я сам вступал в брак, хоть я не был религиозным человеком, мне эта структура казалась самоочевидной. И даже не очень понятно, а как может быть еще устроена семья? Иначе это просто не семья. Мне даже мысль такая в голову не приходила, что дети, тем более если их много, могут стоять выше, чем супруга. И если говорить прямо, то супруг, который в какой-то момент, либо изначально отдает приоритет ребенку или детям перед супругом или супругой, вообще говоря, совершает супружескую измену. Это самая настоящая супружеская измена, потому что супруги имеют определенные обязанности по отношению друг к другу. И это базовая обязанность – loyalty. На этом месте женщины обычно начинают вставлять, что ну как же так, у ребенка маленького, особенно там у него большие нужды, у него требует на себя много времени, у него приоритет. Это все отговорки. Если человек начинает рассуждать в этих терминах, скорее всего у него внутренний протест. И он просто пытается найти какое-то логическое обоснование в пользу него. Любому взрослому понятно, что да, у детей есть определенные нужды, которые необходимо удовлетворять. Это обязанность родителей. И особенно у маленьких детей, конечно же, их расписание является приоритетом в семье. Тем не менее, это не отменяет главной идеи, что приоритет все-таки лежит у супруга. Например, муфтий приводит два критерия навскидку, как проверить, кто у вас в приоритете. Во-первых, с кем вы проводите больше времени, кому вы больше времени уделяете. И во-вторых, о ком вы больше скучаете, когда вас долго нет дома. И он прямым текстом говорит, что когда мужчина ему жалуется, что он скучает по детям больше, чем по жене, он говорит ему, что ему жаль этого мужчину. Потому что если это правда, то, что он говорит, то он нарушает каноны. Его жизнь вне баланса. Она неправильно построена. В его семейной структуре есть глобальная ошибка. I mean, are you lying to me? Or is that genuine? If that's genuine, I feel sorry for you. As though the wife is irrelevant. She's just a carrier of babies. I've got my children, that's what I'm worried about. Конечно, что касается задавания вопросов про кто у тебя в приоритете, мало того, что вас могут прямо обмануть, вполне умышленно, сказать вам то, что вы хотите услышать, а на самом деле думать иначе. Кроме этого, тут, конечно, есть такой элемент, что человек вынужден ответить на вопрос про ситуацию, в которой он еще не был никогда. И очень трудно рассуждать про ситуацию адекватно, в которой ты никогда не был. Например, сколько бы вы книжек не прочитали, сколько бы фильмов не просмотрели, ни у кого не получится объяснить вам, как поменяется, как изменится ваша семья после появления в ней детей. Это вещь, которую невозможно прочувствовать на других. Ее можно только пережить самостоятельно. Но если пара прямым текстом говорила на эту тему до свадьбы или до того, как решила жить вместе, то никто не мешает время от времени повторять этот разговор. Например, ежегодно, в тот самый день, когда отмечается годовщина свадьбы. Ну или того, что вы считаете в этой семье свадьбой. В этот день вполне можно спросить у супруга и супруги. Ты подтверждаешь, что все еще выполняешь вот это условие, центральное условие? И опять же читать ответ в глазах и в сердцах. Чем больше времени люди провели вместе, тем легче будет прочитать, что супруг имеет на самом деле в виду. Очень печальная ситуация, когда у одного супруга на первом месте супруг, а у другого дети. Фактически это ситуация супружеской измены. Иногда неосознанный, а иногда вполне осознанный, запланированный. И это неправильная структура, неустойчивая. Это структура, которую стоит избегать. Если уж вы сами не способны поставить супругу на первое место выше детей, то не нужно заявлять об этом вслух. Не имеет смысла об этом врать. Муфтий говорит, что у женщин может происходить такая переоценка ценностей после рождения детей. Нужно проявить терпение, но работать в сторону исправления ситуации. Понятно, что маленькие дети вносят свои перемены, но нельзя из-за этого забывать о главном, для чего, собственно, вся структура предназначена. И супруг, который переводит свой фокус на детей на постоянной основе, нарушает каноны и является источником проблем в семье. После рождения детей у женщин, особенно, как говорил Кэри Линде, у женщин с разными личностными отклонениями, есть тенденция переносить
свой, так сказать, эмоциональный вес на ребенка, начинать опираться на него в эмоциональном смысле. То есть использовать ребенка в качестве эмоционального костыля. И вслух они могут называть такое положение дел любовью или там даже жертвенной любовью. На самом деле в такой структуре больше использование или даже злоупотребление детьми. То есть, в принципе, можно говорить о слове «абьюз». Особенно ярко это проявляется, когда взрослые дети пытаются уйти в самостоятельную жизнь, и мать всячески препятствует этому. То есть она считает, что она вырастила ребенка для себя, и он должен скрашивать ей остаток ее дней. Она не понимает, что ребенок – это временное явление в доме, которое имеет начало и конец. И в задачу ребенка не входит заниматься удовлетворением эмоциональных нужд или тем более решением эмоциональных проблем мамы до самой ее смерти. Физических проблем тоже, как в примере с дачей. И раз он не хочет к нам приезжать, огород полоть по выходным, значит, это недостойный муж, его вообще надо убрать. Вот, разрушитель брака. Ну что сделаешь? Да, значит, дорогие молодые родители, мужья и жены, защищайте свой брак. Кому это не знакомо? В принципе, если женщина четко и осознанно отвечает, что у нее в приоритете стоят дети, это уже во многом является косвенным указанием на то, что у нее есть какие-то личностные проблемы. Вполне вероятно, что у нее есть личностные отклонения, которые будут проявляться и разыгрываться на детской платформе. Ну и, конечно, есть вариант, когда женщина на словах декларирует, что она, да, ее лояльность лежит в первую очередь в мужа. При этом по факту совершенно очевидно из повседневной жизни, что нет, это неправда. Каждый раз, когда нужно выбрать, и в принципе выбор не жестко задан, то есть можно выбирать, выбор делается в пользу ребенка. Такое поведение довольно очевидно, его трудно не заметить. Можно ошибиться там раз, два, три, если человек ведет себя так системно в течение полугода, ну, все более-менее понятно, что бы он ни говорил. Мало того, часто такие женщины еще записывают это поведение себе в плюс. Они считают, что это очень хорошо характеризует их как мать, и как жену, и как женщину в целом. На форумах, где иногда поднимается этот вопрос приоритета, а он регулярно всплывает на разных форумах, посвященных мужчинам и женщинам, если вдруг мужчина заявляет, что у него на первом месте стоят дети, большинство женщин реагирует довольно-таки закономерно. Они считают это неприемлемым. Многие прямым текстом заявляют, что это хорошо и правильно, то, что у нее муж не стоит на первом месте, а у мужа она стоит на первом месте, выше детей. То есть женщины внутренне чувствуют, что такая ситуация является какой-то формой предательства. Они точно не могут даже объяснить, почему и как и где, но они чувствуют, что это так. Но при этом, поскольку на самом деле эмпатия у женщин скорее ослаблена, чем усилена, то они не могут повернуть ситуацию в голове наоборот и поменять себя местами с мужем. И увидеть, что эта ситуация нездоровая и неправильная, и так быть не должно. И тем более не должно быть асимметрии в отношениях двух взрослых людей. Ну и немного о личном. Когда моя собственная жена ушла в ребенка, а это стало довольно быстро очевидно, я, во-первых, это увидел, а во-вторых, попытался пережить этот период как некий временный кризис. И я чувствовал, что очень легко свалиться в симметричный режим, то есть ничего не стоит перевести стрелки и приоритеты на ребенка, супруги. Но я этого осознанно не делал, потому что понимал, что это означает гарантированное разрушение всей структуры. Тем не менее, когда прошло достаточно времени, и стало очевидно, что эта ситуация не временная, а что она постоянная, и что никаких перемен не будет больше. В один не очень прекрасный момент, а было это, по-моему, на где-то 9-м или 10-м году совместной жизни, как-то раз я поговорил сам с собой и принял решение, что я не вижу смысла больше держаться за эту структуру, и будет полезнее и эффективнее, если я переведу стрелки на ребенка и поставлю его во главе своих интересов. Это печальное решение, это во многом вынужденное решение. Это решение гарантированно означало, что структура будет разрушена в обозримое время. Но, тем не менее, частично для эксперимента, частично потому, что уже невозможно было просто жить по-другому, потому что в асимметричном состоянии долго жить нельзя. Это не жизнь, а мучение. И, должен признаться, некоторый элемент мщения тоже в этом решении был. Мне хотелось поставить человека на это место и заставить его почувствовать, как это ощущается. И, в общем, у меня это получилось. Выводов из этого, правда, супруга не сделала никаких серьезных. И это не поменяло общую тенденцию. В течение последних 3 лет структура была полностью разрушена. То есть началось рассоединение, и это рассоединение кончилось, в общем, 2 чужими абсолютно людьми. Но момент перевода стрелок на ребенка она просекла, и я видел, что это было очень болезненно.
Особенно, когда я это, в общем, перестал скрывать и говорил об этом более или менее открыто. Был момент, когда мы смотрели фильм про Бэтмена, где персонаж с наполовину сожженным лицом при помощи наведения пистолета выясняет, кто для полицейского является самым главным в семье, кого он ценит больше всего. И поведение полицейского довольно четко демонстрирует, что у него на первом месте стоит ребенок. So, is it your wife? Put the gun down. Harvey, put down the gun. Damn it, will you stop pointing that gun at my family? No! We have a winner. Просто увидя этот момент на экране, супруга пустила слезу, потому что она явственно почувствовала, что это ее ситуация. И эта ситуация болезненная. Правда, опять же, никаких серьезных выводов она, судя по всему, так из этого и не сделала. Из личного опыта должен подтвердить слова муфтия. Сделать такой перевод стрелок на ребенка очень-очень легко. Это совершенно естественное внутреннее движение. Это вещь, которая не требует никакого усилия со стороны сознания. Наоборот, нужно как бы отпустить внутреннюю ситуацию, перестать ее контролировать, и внутренние стрелки автоматически переводятся на детей. Даже не на собственных детей, а, например, на племянник. Проявлять любовь и внимание даже к племяннику гораздо легче, чем проявлять его к взрослому человеку, с которым ты не являешься кровным родственником. Это естественный процесс, он не требует никакой работы над собой. И жить в этом режиме гораздо проще. Коэффициент отдачи от детей, от любого вложения в детей, намного выше, чем от обычного взрослого. А тем более от супруги, которой уже нечем удивить. Проблема, однако, здесь в том, что для ребенка такая ситуация не является очень-то здоровой. Она показывает ему модель семейной структуры, которая не является ни живучей, ни положительной вообще. И дети, которые выросли в такой структуре, скорее всего, будут испытывать очень серьезные проблемы в личной жизни. Именно потому, что они не знают, как устроена семейная структура. А то, что они будут называть семьей, очень неустойчиво. Так что еще на этапе выбора и обдумывания вступления в семейную жизнь стоит очень внимательно рассмотреть семью будущего супруга или супруги и посмотреть, как была устроена семья там. Потому что если та семья строилась вокруг детей, скорее всего, ничего хорошего вас в личной жизни не ждет. Вообще глобальная иллюзия, которая есть у многих людей, что подавляющее большинство создано для брака. И только небольшая забракованная часть, у которой что-то очень сильно не сложилось, не годится для брака. На самом деле брак – это развлечение для избранных и хорошо подготовленных. Обычному человеку, который не знает, как это работает, делать в браке нечего. Человек, который думает, что он готов к браку, но при этом считает, что дети стоят на первом месте, нечего делать в семье вообще. Это то же самое, как называть себя профессиональным водителем и при этом не знать, что в стране правостороннее движение. Примерно такая аналогия. В общем, подводя черту, задавайте этот вопрос о приоритете себе и прямо задавайте его будущей паре. И внимательно смотрите, что человек вам отвечает. И слушайте собственный ответ. Если у вас на первом месте не супруг или не супруга, вам в браке делать нечего. Будь то официальный или неофициальный. Возможно, стоит подумать о том, чтобы устроить церемонию клятвопринесения, чтобы на публике, при родственниках и знакомых, и супруг, и супруга принесли клятвы, и в числе прочих клятв поклясться в том, что супруг будет иметь приоритет выше детей и выше родителей, и что так будет всегда. Всем пока и удачи. But this needs to happen before we get married. So essentially the choice of partner, you know, whether this is for a woman looking for a husband looking for a wife, it needs to happen first, that you need to have your priorities right. So there needs to be some sense of maturity as to what you really want in your life.